Хочу вам напомнить о том, что впереди голод, как все кричат. Наверное, будет непросто. При этом хочу обратить вашу персональную ответственность на занятость людей, особенно тунеядствующих. У нас такие есть. Они все должны быть заняты, ибо потом мы будем тратить огромные деньги для того, чтобы их заставить не просто работать, а в чувство привести. Правоохранительные органы будут тратить огромные деньги. Обратите на это внимание.